Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать раковину с пьедесталом для ванной комнаты. Для этого вам потребуется вот такие шарики, в которых, как правило, лежат какие-нибудь леденцы с игрушкой. Клей ПВА, цветная бумага, лист картона, линейка, карандаш и ножницы. Вырезаем из картона квадрат 11 см на 11 см. Склеиваем концы квадрата так, чтобы получилась трубочка. Оклеиваем трубочку бумагой. Я оклеила трубочку белой бумагой. Сверху я сделала ободок из ярко-розовой бумаги, так как все предметы в ванной у меня, в принципе, в розовых, синих и белых тонах, поэтому я клеила вот таким образом. Теперь набиваем трубочку мятой тонкой бумагой. Сверху немножечко оставляем место для того, чтобы сюда встала раковина. Снизу бумагу набиваем до самого верха. Теперь трубочка стала достаточно плотной и жесткой, она не будет падать. Из картона вырезаем круг, который будет примерно на 1 сантиметр больше, чем трубочка. Таких кружков нужно будет вырезать 3 или 4 штучки, склеить их между собой и обклеить с одной стороны какой-нибудь красивой бумагой. Вот так у вас должно получиться. Смазываем края пьедестала клеем и приклеиваем к этому кругу. Смазываем края верха клеем. Наливаем клей вовнутрь немножечко и приклеиваем одну из частей пластикового шара. Вот так у меня получилось. Низ я задекорировала еще раз яркой розовой полосой. Теперь будем делать крепление для крана и для вентилей. Для этого берем вторую половинку от пластикового шара, обрисовываем по кругу. И примерно 1/3 часть отделяем прямой линией. Вот так. Вырезаем эту 1/3 часть. Теперь вырезаем из картона еще 3 или 4 таких же части. Склеиваем их между собой и верхнюю часть обклеиваем цветной бумагой. Вот так у вас должно получиться. По изогнутому краю наносим клей и приклеиваем к раковине. Вот таким образом. Из трубочки для сока делаем кран, а в качестве вентиля используем две бусинки голубого и розового цвета. Вот такая раковина с пьедесталом у меня получилась. В тех же тонах, что и унитаз и ванна из моих предыдущих видео. Boo!
Get it, 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 get it